все, начать. Во-первых, я хочу начать с того, что я просто счастлив. Честно, я не ожидал, что будет такая встреча, что придет столько моих друзей, моих близких, и сколько еще не пришло, потому что мне звонили ребята по здоровью и с разъездами. Поэтому я очень благодарен и счастлив. Счастлив потому, не потому, что там, все это я расцениваю как это радость и подарок, встреча вот эта для традиции, для нашего хоккея, для нашего спорта, для нашего вот этого времени, в котором я имел счастье расти, играть, тренировать, жить. Поэтому сразу вспоминается столько людей, столько вообще времени, которое было. Особенно вот мне вспоминается молодость, детство, динамовская школа. Я жил на Песцовой улице. Это около стадиона «Динамо», стадион «Пещери». Рядом у нас на небе лежал Анатолий Тарасов. У меня тетушка, мать Порфирьевна, моего отца, сестра, она мне как-то говорит: «Володя, я говорю, что Маша? Как там Торпе проживает?» Я говорю: «Какой Маша Торпе?» «Да Тарасов». «Да Владимир же?» «Только раз». Оказывается, он, они учились в одной школе, он еще ухаживал, да? За Марию Борисовну. То есть там все это было рядом. Там Денька Александров гонял у нас в клубе рядом. Денька Александров, именитый наш. Игорь Николаевич Тузик там недалеко прохаживался там. По обители там, на стадионе. Саша Альметов там ходил. Родители его ходили, такая мама у меня, блондинка, и он ходил там. Он из дома краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Александр. Они построили дом. Хлыстов Оля, олимпийский чемпион. Вот он с команды «Крылья Советов» знаменитый. Вот он ходил так. Жена Антония очень красивая такая, девушка такая. И вот они из магазина там выходили, там шоколили. Тачков вдруг кто-то, еще там, и вот они возьмут эту бутылочку, и так ее несут, идут так, и в этих такие пыльники были в 56-м году, выиграли. 56-м? Нет. В картине, да, опять? Выиграли Олимпийские игры, и вот они в этих пыльниках идут, и вот мальчишка у меня работает. 8-метровые комнаты, деревянные поменял. Глядываю и так, мне говорят: «Вот». Мама говорит: «Вот, Коля Хлыстов пошел вот с этим». И в этих пыльниках, я уже как-то я встречался с этими ребятами на стадионе «Пещери», на «Динамо», я уже знал, что я буду и чемпионом, и что я буду тренером. Я уже знал, я, когда видел эти все Тарасы, который приезжал к маме там на улице, поэтому я той среды, и поэтому я еще раз утверждаю, что вся эта обстановка, и я юную «Динамо» из Света Семеновича Давыдова на 12 лет, вот такие мы в хоккее с мячом играем, в русский хоккей. Дядя Володя Хайдер у нас тренер, футбол, хоккей. Вот так, и значит, мы играем. Потом играем в команде Светатка, в команде Мясников. Вот «Динамо» это осталось как воспоминание, знаете, вот, молодости и счастья. То есть мы знали все друг друга. Футболисты знали хоккеисты. Я помню с этим, с Короленко, с Валеркой, я играл в
хоккей против нас, там Юра Вшивцев, там Саша Чуев, Игорь Тамонов, вот, Коля Толстых, вот там сидит мой дорогой, ты мой футболист. Все, знаете, как вот так вот, как были, ну, опять это слово «семья», ну, действительно, мы были дружны, мы вот следили друг за другом, мы все время, или тренеры у нас ходили, там, я уж, мы жили в Новогорске, там, на сборе, там, ходил у нас Константин Иванович Бесков, такие радостные, потом, значит, Лев Иванович Яшев стоит в воротах, тренировка пройдет, и мы так, ходит там, и мальцы мужик любил, так и они тоже любили, постучали, ой, Иванович, Лев Иванович в конце тренировки уже, мы ему стучили, и он говорит, он еще закашляет, что прыгает еще, и Лев Иванович, дорогой наш, в этот, поле могло быть грязный, и мы довольны, счастливы, и тренер Аркадий Иванович Чернышев, и Пономарев, сколько там, и Севидов Александр. Вы понимаете, это мы знали все вот так. Там Таня Овечкина, баскетболистка, это наша была прославленная олимпийская чемпионка, Саша Овечкина. То есть вот это живешь, вот это вот сохранил. Поэтому я вот хочу сказать вам спасибо огромное за то, что вы пришли. И вот сразу вот это традиция. Хранение этих традиций, понимаете, и развитие этих традиций, на мой взгляд, это самое главное в сегодняшней встрече. Поэтому я хотел еще раз сказать спасибо.